Наряду с работой над эскизами и картинами на исторические и библейские сюжеты, Кэ написал в Италии серию замечательных портретов. В ряду прославленных портретистов второй половины XIX века Василия Перова, Ивана Крамского, Ильи Репина имя его не теряется, несмотря на небольшое количество созданных им портретов. В культуре эпохи портретное творчество Г. занимает свое место, корректируя рассудочный, трезвый взгляд на человека, предложенный искусством Железного века. Он оставался хранителем поэтичного, взволнованного переживания личности, завещанного искусством романтизма. Открытая эмоциональность портретных образов Г., интенсивность световых контрастов, экспрессивность фактуры – печать памяти о портрете романтизма. По собственному признанию Г., им было написано более 100 портретов, и ни один из них не повторил другого. Его портретное творчество удивляет новизной и неожиданностью решений. Оно непредсказуемо. Свойственные художнику постоянные неуспокоенность, неудовлетворенность достигнутым провоцировали поиск новых композиционных колористических новаций. Каждый раз он искал живую форму, которая соответствовала бы психофизическому типу модели, ее идеальной духовной сущности. Портреты Г. несут в себе зерно уникальности каждой личности. Он улавливает ту особую ауру, окраску и температуру эмоционального поля, сопутствующего каждому человеку. Причем эта уникальность им прочувствована, а не проанализирована. Индивидуальность не подавляется, не поглощается общими представлениями о человеке, сформированными эпохой. К миру каждой личности Г. относится очень бережно. Естественная грация молодой южанки, портрет неизвестной в голубой блузе, выражена жестом, позой. Причем чувствуется, что так сидит, так складывает пальцы рук только эта девушка. Композиция портрета физиолога Морица Шифа также уникальна. В ее основе редко встречающееся расположение фигуры по диагонали, идущей из правого верхнего угла диагонали, обратной естественному движению человеческого глаза слева направо, а потому неудобной для считывания композиции, раздражающей. На уровне 2/3 от верхнего поля портрета зритель встречается с останавливающим вязким, тяжелым взглядом. Это, пожалуй, единственный портрет Г., где человеческая природа представлена со знаком минус. Портрет Шифа – своего рода продолжение темы Иуды из «Тайной вечери», портрет души, отягощенной темными силами.
Особый композиционный ход нашел Г и для выражения душевной жалобы, одиночества и обреченности изгнанника в портрете Иосифа Доманже, участника французской революции 1848 года. Совмещение в портрете Доманже двух точек зрения, взгляда сверху вниз и снизу вверх, точки зрения художника и зрителя, а кроме того, наклон головы, пятна света, блуждающего на лице и одежде, создают впечатление смутного беспокойства. Голова словно качается, как верхушка сосны. Если портрет Доманже написан жидким свободным мазком, чистыми красками, то живопись портрета Шифа глухая и мутная, фактура плотная. Портрет историка Костомарова, стилистически близкий итальянским портретам, построен на эффекте сжатой пружины. Сцепленные руки, сжатые в нитку узкие губы, голова, вошедшая в плечи, острый взгляд с сумасшедшенкой из-под очков, асимметричное лицо, жесткая складка крахмальной белой манишки. Этот эффект жесткой формы, которую распирает изнутри внутреннее давление, позже по-своему будет использован Врубелем в портрете Саввы Мамонтова. В своих поисках идеала Г нуждался в его персонификации какой-то определенной личности. В разное время авторитетами для художника в умственном и нравственном отношении, путеводными звездами на небосклоне жизни были Белинский, Герцен, Толстой, а в искусстве – Карл Брюллов, Микеланджело, Данте. Юность Г и итальянские годы прошли прежде всего под знаком личности Герцена. Итоги этой любви, этого страстного почитания и преклонения стал портрет Герцена, главный портрет Г 1860-х годов. Личность Герцена имела для Г особую притягательность. Мы ему были обязаны своим развитием. Его идеи, его стремления электризовали и нас. Я мечтал ехать в Лондон, чтобы его видеть, чтобы его узнать, чтобы написать его портрет для себя. Портреты Г имеют тенденцию группироваться вокруг его главных картин в той или иной период жизни. В эмоциональное, образное, идейное поле «Тайной вечери» попадают не только гениальные этюды к картине Иоанн, Андрей, Иуда, вдохновленные образы, словно освещенные светом исторической драмы, опаленные ее огнем, небольшие по форму портреты, но удивительно мощные по энергетическому заряду, свободные и уверенные по живописи, написанные на счастливом эмоциональном и творческом подъеме, который больше не повторится, но и портреты Герцена, Шифа, Доманже, Кашпирова, неизвестной в голубой блузе.
На итальянский период пришлось первое, самое счастливое десятилетие супружеской жизни Г. Рождение двух его сыновей. Тогда же в его творчестве зародилась тема материнства, нашедшая воплощение в портрете. Используя схему Брюлова в портретах Шестовой с дочерью, Анны Г. с сыном, Анны Г. с детьми, художник оказывается весьма далек от красочной декоративности и упоения праздником жизни парадных портретов Брюлова. У Г. все внешне проще и скромнее. Схема Брюлова осложнена философскими размышлениями о тайне смерти, о начале жизни и ее конце, тайне человеческой судьбы. Тема смерти, увенчавшаяся в конце жизни пронзительным распятием и гениальным портретом Марии Свет, гипнотизировала Г. с самого начала его пути в искусстве. На протяжении 1860-х годов один за другим рождались эскизы композиций «Смерть Виргинии», «Смерть Имельды Ламбертации». Вышеназванные портреты Г. построены на контрасте счастливого неведения раннего детства, неведения факта смерти и скорбного знания тревожной меланхолии, затаенного страдания матери. В сущности, Г. пересказывал классическую иконографию Богоматери с младенцем. Позже, когда в 1870-1880-е годы Г. отказался от овальных форматов, пейзажных фонов, тема Мадонны в портретах обрела новые психологические оттенки.